Здравствуйте! Здравствуйте! Проект «Эрдайлы кыргыз ырларын» у вас в гостях. Добро пожаловать! Благодарю Бога за вашу съемочную группу и просим, чтобы Господь благословлял вашу работу, вашу группу. Спасибо вам, что вы пришли к нам в гости. Яныш, так приятно смотреть на вашу такую большую дружную семью. Вот во время карантина чем вы занимались? Что вы полезного для себя, может быть, нашли? Во время карантина наша семья очень много начала уделять внимания друг другу. Мы начали вместе сажать огороды, вот, начали вместе славить нашего Господа, молиться за наш город, чтобы Господь благословил наш город и скорее ушла эта болезнь с земли. Мы всех приветствуем. Это вот мои внуки, моя семья. Мы рады за все. А если мы попросим вас исполнить песню для нас, для нашего проекта и для наших телезрителей? Мы только будем рады порадовать вас и наших всех телезрителей. Ну, тогда слушаем. Манга ушуна мэн тудэла, манга вэ слава тири, манга вэ слава тири, и треча вэ скири. Ушу туя мэн, благослови о мене гаде, царе пескречаве, дела ушу туя мен, благослови о мене гаде, царе пескречаве. Будь превознесен ты, Боже, да превыше небес, и над всею землей да будет слава Твоя, дабы приблизились все народы Твои. Прости, благослови. Превыше небес и милость Твоя и до облаков истина Твоя. Вот ваш сын Василий, участник проекта «Эрдайлы кыргыз ырларын». Буквально, Василий, ты выступал один раз на нашем проекте. Какие ощущения? Мне понравилось, конечно. Много очень участников, хороших людей. Ощущения, конечно, у меня впечатлительные. Мне очень нравится участвовать в таком. Я об этом с детства мечтал. Ну вот, потихоньку. Можно сказать, твоя мечта осуществилась. Да. Ты побывал на сцене, почувствовал вот этот вот прилив крови, эти аплодисменты, да? Ты все это прочувствовал? Да, прочувствовал. А вот с Юрием Ивановичем Бобковым ты по телефону общался в режиме онлайн. Вы общались на кыргызском языке, я знаю. И ты готов сказать нашим телезрителям что-то на кыргызском? Да, конечно. Тогда, уважаемые друзья, слушаем. Арбаныздар, урмату, кыргызстандыктар. Мен долборго жаны элек келдим. Мен кыргыз тилди эми өйрөнүп келатам. Келечек алдыда. Василий, у нас на проекте
проекте «Ырдайлы кыргыз ырларын» ты исполнил песню «Кат жазды бала атага». А ты можешь вживую перед нашей публикой исполнить куплетик эту песню? Конечно. Могу. Слушаем. Кат жазды бала атага, башымды кою катага, оруңду жерден бүнтүрбөй, айына балы бир түрбөй, жүрөгүн жетти баттанма. Оруба ата, оруба, болоюн аса колумна. Караңгын жерден чаланбан, болоюм чирак жолумна. Кат жазды бала атага, катымды алын садага. Сыздады идим баламды, айлымдан айдым саламдым, зат болдым ата батана. Сыздады идим баламды, айлымдан айдым саламдым, зат болдым ата батана. Оруба ата, оруба, саламатта қалыңыздар.